Всем здорово, танкистчики и подписчики. Я вам желаю самого приятного просмотра. Это второй мастер на этой же карте, ребята, на ISU 152K. Посмотрим, как я его взял. Если я еще, конечно, возьму. Это я так вам интригу набиваю. На самом деле, никто не знает, что будет в конце ролика. Сейчас не перематывать, потому что это все классно, графика четкая. Я думаю, будет все супер. Поэтому еще разок, с приятного просмотра, берите чаечку, печенюшечку. И после просмотра, ну или во время просмотра, советую прямо сейчас, пожалуйста, прожмите лайк. И напишите комментарий, как играете ли вы в эти танки, большие танки и World of Tanks. А ребятки, и брали ли вы мастер в последнее время? Ну или вообще на чем-либо брали ли вы мастера? Пишите комментарии, мне очень будет интересно прочитать их. Ну а мы погнали. Так, здесь ЛТшечка. Ее нужно забрать. Ну, мы попытаемся это сделать, конечно. Но что будет, то будет. Так, ЛТшечка валит деревья, я на КД. В общем, что-то снаряды не залетают. Ну, пока как есть. Это Сенлац, он такой как бы... Такая пушиночка такая, только докоснись и развалится. Так, и Длевчика тоже по КД не успеваю просто. Ну, блайды. Блайдил, короче. Так, а ну-ка, Карачун, получай! Да, на 717. Вот это да. Отлично, уже неплохо. Ребят, мне все-таки вообще так прикалывает эта альфа, 750 средний урон. Просто. У меня и 800 с плюсом вылетает. Давай еще раз дали в башенку Карачуну. Повезло, там есть красные зоны, но залетела зелененькую. На 800 с плюсом, кстати. Класс. Фух, так. А, это шпиц, ребята, извините, я... Из-за маленького экранчика, ну я же монтирую это все. На самом деле оно не очень видно там, поэтому сорян. Не Синлац там, а шпиц, точно, шпиц. Да, до него только ты коснешься, и он развалится. Ну, мы все-таки его подловим, точнее постараемся подловить. Я все-таки должен его забрать. Давай, о, светанулся, отлично. Так, ну он по-любому сейчас выйдет, ну по-любому. Все ошибки допускают, по-любому ошибку допустит. А мы за этим проследим. Давай, шпиц, давай, дорогой, давай. Ну, это будет смешно, конечно, если он сейчас выйдет, но все равно. Давай, да. Ты же... Короче, ребят, видимо, чувачок думал, что он отсветился. И в момент, когда лампа там на 9-ю секунду, ну, когда он якобы отсветился, он опять засветился. Ну, и он подумал, типа, ну, все, я отсветился, можно отъезжать, светить. Короче, отъехал, и результат. Так, стоять мы не будем вечно в кустах, потому что у нас 750 среднего урона, пушечка, и мы должны хоть что-то наделать. Так, здесь аккуратненько надо, но чё аккуратничать-то? Надо помочь союзничкам, тяжам. Надо сейчас выкатывать и просто по КД. Конечно, КД долгое, но все равно неплохо. А ну-ка, бабах! Отлично, йох, 7-го левела отлетает в ангар. И за ним сейчас будет месиво. Так, Левчик стоит за преградой. О, Ису, давай. На, ну, yes. Отлично. Я хотел бы укладочку ей рвануть, но из-за трупика я уже... У меня не было шанса выцеливать нормально, поэтому... Либо бей, либо не бей. Так, Левчик, давай. Да, ребят, как ни странно, но везет нам на шоты. Нормально так даю шоты, и плюс Карачунчик там еще что-то... Даже по мне не стреляют, ребят, потому что как-то, я не знаю, реально везет. Так, Левчик отправили в ангар, и, в принципе, уже 3400 урона есть. 10-8 счет, их пятеро, а нас семеро. Фух, у нас есть еще... А, у них тоже арта есть, поэтому нормально. Так. Подождем здесь или выкатим. Да, была не была. А, она получался. Ну ладно, ошибка так ошибка. Ребят, еще наловчусь опыта. Опыт еще с временем будет у меня. Многие действия мои ошибочные, реально. Но все же среди этого всего есть опыт, который у меня присваивается. Так, хорошо, постоим, подождем. Да ладно, что стоять, поехали. Надеюсь, тут уже больше некому меня бить. Так, погнали. Ребята, забейте суперхилката. О, молодцы, забили уже давно. А, не, вот, только забили. Вот это у меня светанул, кстати. Понятно. Так, ладненько. Т-103, надо в него попасть. Давай, блин, у Венов нет, надо немного... Ребят, прострелим? Нет. Я же забыл, это же большие танки. Через это в основном не простреливается. Не, ну если это что-нибудь тоненькое или деревянное, не знаю, ну, вот это каменистое, не простреливается. На тебе! И последнего почти отправили в ангар. Класс.
Так, ребят, ну, в принципе, на 4062 урона я набил. И в чем прикол? Я что с Блайдом забрал еще шпица, поэтому у меня урончика чуть побольше. Поэтому, в принципе, неплохо. Вот такая вот победа, ребята. Спасибо огромное за просмотр. Сейчас увидим результаты. Так, результаты. Взял мастера. Коса КС, я называю это. Основной калибр 4673 урона. Спасибо за просмотр. Удачи во всем!